Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время говорить». Вот главные темы, о которых пойдет речь в нашем еженедельном итоговом выпуске. Пахнуть не должно. На этой неделе неприятный запах питьевой воды беспокоил жителей городских микрорайонов. Алкоэнергетики под запретом. Вступил в силу региональный закон. В Рязани на улице Горького после передачи здания дошкольного учреждения городу открылся новый детский сад. Группы уже набираются. Ну а теперь обо всем подробнее. На этой неделе жители Дашково, Песочни, Шлакова и центра города жаловались на неприятный запах воды из-под крана. В общем-то, это уже и не первый случай. Жители тех же микрорайонов уже сообщали о подобной проблеме в конце сентября. И тогда было признано, что причиной ухудшения качества питьевой воды явились сине-зеленые водоросли, которые при определенных погодных и климатических условиях начинают размножаться на поверхностных водоемах. Сейчас же городские власти также сообщили, что запах вызван наличием органических соединений природного характера в Дядьковском затоне. Ну, то есть, надо полагать, все тех же водорослей. Комиссию по расследованию этого инцидента создали и в городской думе. В Рязанской городской думе прошло очередное заседание. Одним из основных вопросов стало подведение итогов работы специальной комиссии, которая была создана для выявления обстоятельств появления специфического запаха воды в 20-х числах сентября. В состав комиссии вошли депутаты Рязанской городской думы, представители администрации города, управление Роспотребнадзора, также были привлечены научные сотрудники РГУ и представители муниципальных предприятий. Службами водоканала были приняты своевременно все необходимые меры, то есть увеличены были дозы по реагентам в воду для ее очистки, проведен лабораторный контроль всех параметров и самого водного объекта, это Дядьковский затон реки Оки, и уже непосредственно воды, которая выходила с Окской станции. Все показатели были в пределах допустимых концентраций. Солей, фенолов и солей тяжелых металлов не обнаружено было в источнике водоснабжения в Дядьковском затоне. И по гигиеническим требованиям вода соответствовала. То есть все показатели и по органолептике, и по микробиологии соответствовали допустимым концентрациям. То есть вода была безвредна для здоровья. Почему это произошло? На самом деле факторов много, и один из факторов то, что, к сожалению, летний период был маловодный. На самом деле за последние 130 лет наша река Ока уже достигла рекордных отметок по понижению уровня. И Дядьковский затон – это как бы не исключение. И в связи с тем, что у нас водозабор находится именно в затоне, где недостаточная турбулентность воды, то есть меняемость, поэтому это благоприятная среда для размножения вот этих вот органических веществ. Причиной неприятного запаха, как теперь стало известно, явилось то, что с Дядьковского затона был произведен залповый забор воды. В ней содержалось большое количество органических веществ природного происхождения, которые при взаимодействии с обеззараживающим веществом окислились. Водоканал ведет постоянный мониторинг качества воды, проводит сейчас в усиленном режиме контроль качества. Вода соответствует всем нормативам по микробиологии и по химическим соединениям. В воде отсутствуют токсические вещества. Для того, чтобы уменьшить присутствие запаха в данной воде, водоканалом сейчас увеличена подача артезианской воды на очистные сооружения Окской водопроводной станции. На сегодняшний день проводятся водолазные работы. Производится очистка оголовков водозаборной станции. Пока что она полностью выведена из работы. Забор воды из Дядьковского затона не производится. В течение недели планируется провести очистку и смыв отложений, чтобы потом возобновить подачу качественной воды. На этой неделе взором горожан предстал после ремонта центральный автовокзал в поселке Мервино. Причем обновился не только фасад, но и внутренние помещения. Также теперь для удобства покупки билета установлены электронные терминалы. Центральный автовокзал в нашем городе – это место встречи и расставаний. По правде говоря, последние пару лет его внутреннее убранство стали, мягко говоря, угнетать своей серостью. А приезжим гражданам зачастую приходилось по несколько часов проводить в холодном зале ожидания, ютясь на жестких железных стульях. Посему было принято решение реконструировать здание. Я доволен, что собственники провели такую реконструкцию. Они немножко функционально улучшили, то есть работа с пассажирами улучшена. Самое главное, что они улучшили антитеррористическую защищенность, потому что, как правило, вы знаете, да, транспорт – это предмет особого интереса различных террористических групп, организаций.
Поэтому в этом плане хорошо. Второе, значит, очень важно сейчас создать вот такие автобусные остановочные пункты в наших районных центрах, чтобы люди в ожидании автобуса могли находиться в каком-то теплом помещении, культурненько, значит, где есть и туалет, и залчик ожидания. Значит, мы сейчас думаем над тем, как сделать так, чтобы это было не очень накладно для наших партнеров, для частного бизнеса, который этим занимается. Но это надо делать. Теперь гостей и жителей нашего города здание автовокзала будет встречать просторными залами ожидания. К тому же, благодаря надстройке этажа, мест для комфортного ожидания выезда стало вдвое больше. Установлены мягкие кресла, на 50% увеличено количество касс. Оборудована комната матери и ребенка. А для людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрено необходимое оборудование. Они организовали уже несколько маршрутов в аэропорт Домодедово, что тоже рязанцам удобно. То, что в автовокзале можно уже приобрести авиабилет, это, понимаете, полный уже сервис. Ты можешь здесь приобрести билет, ты можешь здесь сесть в автобус, ты можешь приехать в аэропорт, ты можешь из аэропорта этим же автобусом вернуться. Потому что не надо ехать на частной машине, не надо думать, как там припарковаться, где и что. То есть это, в общем-то, снимает много вопросов наших людей. Это очень, для меня это очень важно. Ежедневно через автовокзал проходит тысячи людей, и руководство обязано обеспечить им комфортное пребывание и полную безопасность их жизни и здоровью. Открытие еще одного социального объекта произошло на этой неделе. На улице Горького появился детский сад с порядковым номером 111. Напомним, что ранее это здание принадлежало Ростелекому, а вот в этом году перешло в собственность муниципалитета. И теперь после ремонта новый детский сад полностью готов к приходу своих маленьких посетителей. Детский садик номер 111 после полной реконструкции наконец-то открыл двери для своих маленьких подопечных. Ремонтные работы проводились в рамках федерального проекта «Модернизация региональных систем дошкольного образования». Я очень рад, что дети будут находиться в современных комфортных условиях, что здесь профессиональный коллектив, что родители, которые здесь живут поблизости, могут приводить детей в шаговой доступности в детское дошкольное учреждение. Это тоже очень важно. Это вообще улучшает социальное самочувствие наших жителей. Одно дело, когда мама везет ребенка в городском транспорте, там, допустим, за 3-9 земель, да там еще и ребенок капризничает, в автобусе происходит различные. То есть настроение от этого не улучшается, да? А здесь привел, оставил и спокоен. Открытие детского сада обеспечило более 140 мест деткам от 3 до 7 лет. Вообще Октябрьский район является самым старым в нашем городе, посему здесь расположено великое множество устаревших зданий, в том числе и соцобъектов. И такой подарок молодым родителям сейчас очень кстати. От себя, от своего коллектива я могу пообещать то, что нашим детям будет комфортно и уютно. Мы приложим к этому все свои силы и старания. А родителям будет спокойно, когда они будут отдавать нам наших детей. Значит, освободятся места в других детских садах. Естественно, они там заполнятся детьми, которые тоже живут там поблизости. Вот это очень важно. Ну, Рязань еще должна вести в этом году 2 детских дошкольных учреждения. Значит, сейчас они завершают работу по одному из детских садов, по реконструкции. Значит, и вы знаете, что строится детский сад на Братиславке, который новый совершенно сад, современный сад тоже, который должен быть построен к концу этого года. В целом, по Рязанской области я уже не вижу такой острой проблемы сейчас с местами детских дошкольных учреждений. В садике организовано 5 групп общеразвивающей направленности. Имеется музыкально-спортивный зал, пищеблок, прачечный, медицинский кабинет и, конечно же, современная спортивная площадка. Не обойден стороной вопрос безопасности. Детский сад оснащен видеонаблюдением и домофоном. Объем продаж алкоголя в Рязанской области во втором квартале этого года снизился более чем на 15%. Вот такие данные приводит региональное министерство экономического развития. Также и потребление алкоголя на душу населения за этот год тоже снизилось на 10%. Ну а начиная с 1 ноября, то есть буквально через неделю, в магазинах города любители так называемых энергетиков и тоников не смогут больше купить эти слабоалкогольные напитки. Ну, таково требование регионального закона. Кроме того, с 1 же ноября в киосках, ларьках и уличных палатках вступает в силу запрет на продажу вообще любого алкоголя. Алкогольные энергетические напитки пользуются огромной популярностью у российской молодежи. А между тем, вред тонизирующих коктейлей очевиден. 24 сентября депутат Рязанской областной думы
Госдумы приняли изменения в действующий региональный закон о запрете продажи слабоалкогольных напитков, содержащих кофеин, таурин и другие тонизирующие компоненты. Уже 1 ноября с полок рязанских магазинов полностью исчезнет данного вида продукции. Так как практикующий врач, полностью поддерживаю нынешний закон, который обсуждался, так бурно обсуждался. Считаю, что действительно тонизирующие напитки, содержащие турин и другие аминокислоты, с несовершеннолетним подрастающим поколению абсолютно уверенно вредны. Кроме того, запрещается продавать коктейли в нестационарных торговых точках, в том числе в тех, которые оказывают услуги общественного питания. По ранее действующему закону продавать слабоалкогольные напитки в торговых палатках, например, на остановках общественного транспорта, было нельзя. Однако, чтобы закон обойти, как это часто бывает, в палатках начали торговать пирожками и чебуреками. В итоге объекты перешли в разряд общепита. Теперь этот вариант не пройдет. Будут ужесточены требования к непосредственно реализации алкогольной продукции пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в нестационарных торговых объектах, осуществляемые как индивидуальными предпринимателями, так и организациями, обществом с ограниченной ответственностью. Независимо от того, оказывают ли данные организации или индивидуальные предприниматели услуги общественного питания. Должностные лица будут привлекаться к админответственности, на них будет налагаться штраф от 5 до 10 тысяч рублей. На общество с ограниченной ответственностью будут налагаться штрафы от 50 до 100 тысяч рублей. Ну и, само собой, продажу таких напитков полностью запретят в местах проведения культурно-массовых мероприятий, в образовательных, медицинских и физкультурно-оздоровительных учреждениях. На прошлой неделе в одной из квартир дома по улице Станкозаводской обвалился потолок в спальне, где в тот момент находился 8-месячный ребенок. Причем куски потолочной штукатурки упали в детскую кроватку. К счастью, мама успела выхватить малыша из люльки. Семья пострадавших от падения потолка жильцов обращалась в местную управляющую компанию и в администрацию города. Впрочем, пока никто им не помог. Сейчас этим делом заинтересовались рязанские следователи. Они начали проверку по факту обрушения штукатурки. Вы смотрите программу «Время говорить». Вот что вы увидите во второй части программы. Новая дорога, проезд через улицу Колхозную открыт. Спайсом нет. Оперативники госнаркоконтроля задержали очередного распространителя смертельного дурмана, а рязанские студенты призывают ровесников не употреблять опасную отраву. Войскам связи России 95 лет. Праздновали это мероприятие в Рязанском десантном училище. От городских властей на этой неделе поступило известие о том, что сразу на двух рязанских улицах установлено одностороннее движение. Это улица Колхозная и проезд машиностроителей. Такое решение было принято для разгрузки улицы Есенина от оживленного автомобильного потока. Далее разъяснение от инспектора дорожного движения. В настоящее время ситуация следующая. Участок улицы, проезд машиностроителей от улицы Горького до улицы Маяковского стал односторонний. Вот. И сделали новый участок проезжей части, это от улицы Маяковского до перекрестка улиц Новая и Горького. Вот. Все прекрасно понимают, что это разгрузит улицу Есенина, сделано это с этой целью, и улицу Горького. То есть человек, который движется со стороны, скажем, по улице Маяковского, вот, он проезжает прямо до комплекса «Капитал», сворачивает налево, все знаки установлены, то есть ориентироваться каждый водитель может, внимательный водитель. И спокойно, минуя пробку на улице Горького, он попадает на улицу Новую и в сторону микрорайона Дашково-Песочный. Рязанские дорожные полицейские на неделе пообщались с работниками городских автошкол. Речь на этой встрече шла о вступивших в силу поправках к закону о безопасности дорожного движения. Ведь теперь значительно изменится процесс подготовки водителей и получения прав для управления автомобилем. Улучшение качества работы автошкол – одна из важнейших задач, которой сейчас занимается управление ГИБДД совместно с руководством данных учебных заведений. Для того, чтобы учить кого-то ездить, нужно уметь это делать самому и иметь необходимые документы, разрешающие преподавательскую деятельность. Это основной вопрос, которые обсуждали участники конференции. На сегодня мы в системе, в том числе образования Рязанской области, в преддверии 1 сентября и нового учебного года для себя определили одну из главных задач. Это повышение уровня самого педагога. Вот сегодня мы как раз и говорим по старинке,
обучить только движению. Я сама технарь. О том, как включать, хотя пока не училась водить машину. Вот. Но сегодня очень важно ориентация на местности, скажем так, да? Вот этому, если мы сегодня, и у нас не обучали наши преподаватели, наших образовательных организаций, которые готовят водителей, мы для себя такую с вами задачу будем ставить. И будем повышение квалификации ваших работников, и заинтересованы будем с Институтом развития образования и с нашими коллегами из ГИБДД будем предлагать вам такие обучающие семинары. Кроме того, в автошколах теперь будет вводиться урок психологии. Ведь подготовить хорошего водителя, способного быстро адаптироваться к современным городским реалиям, не так-то просто. Ученики в основном надеются на своего инструктора. А стоило бы включать и собственную головушку. На моральную подготовку и раскрытие потенциала юных водителей и будут направлены эти занятия. Ну и, конечно, пора бы прекратить принимать бесчисленное количество учеников в один учебный класс. Ведь чем меньше слушателей у преподавателя, тем больше внимания будет уделяться каждому из них. Индивидуальный подход – залог качественной подготовки водителей. По всей России ведется крупномасштабная антинаркотическая кампания по выявлению и задержанию наркоторговцев, продающих смертельно опасные синтетические курительные смеси. Рязанские оперативники наркополиции не отстают от своих коллег и также рапортуют о задержаниях продавцов этого дурмана. Очередного распространителя солей повязали на квартире в доме по улице Зубковой. Уроженец Таджикистана, ранее увлекавшийся боксом, прятал пакетики в боксерской перчатке с курительным миксом. Всего изъято около 120 граммов и 48 пакетиков спайса. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту приготовления к сбыту наркотиков в крупном размере. А на площадке перед муниципальным культурным центром рязанские активисты из общественного совета при антинаркотическом ведомстве предупреждали горожан о вреде курительных миксов. 23 октября на площади Победы прошла городская акция «Рязань против спайса». Организатором выступил молодежный общественный совет при региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Волонтеры раздавали горожанам информационные брошюры, в которых рассказывается о вреде наркотика. Как вы сейчас уже знаете, сейчас вот спайс, эта проблема набирает больше обороты, большие обороты. Мы вот хотим показать, что молодежь, что волонтеры, ну, борются, ну, вместе с сотрудниками ФСКЭ, ну, с этой проблемой. И хотим показать, что мы здоровый образ жизни все-таки. Ребятам-волонтерам эта проблема близка, ведь они в основном учатся в школах и вузах. Сама по себе подобного рода среда провоцирует молодежь на опасные эксперименты. И среди их знакомых имеются такие индивиды. Я, конечно, могу на них как-то, может быть, повлиять, но если они уже сделали свой выбор, то, ну, мне их очень жаль. А я хочу, чтобы вот ребят, которые школьники, вот я работаю больше со школьниками, я хочу, чтобы они стали на правильный путь, все-таки, ну, как-то хоть маленькими шажками, но мы хотим сделать мир лучше. Уже традиционно в завершении мероприятия волонтеры отправились закрашивать содержащие вредоносную информацию надписи на стенах жилых домов и других строений на территории железнодорожного района. Ребята тщательно закрасили номера телефонов и другую рекламу, позволяющую рязанской молодежи беспрепятственно приобрести вредоносные смеси. Войскам связи России на этой неделе исполнилось 95 лет со дня своего образования. В Рязани же основные празднования этого юбилея проходили в бывшем здании автомобильного института, где сейчас располагается факультет связи при Рязанском воздушно-десантном училище. Сейчас в Рязани готовят военных связистов на факультете связи Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Однако войска связи имеют в нашей стране давнюю историю. Первые подразделения появились в России в конце 19 века. Радиосвязь, впервые разработанная в мае 1895 года русским ученым Александром Поповым, очень быстро нашла применение в военном деле. Через 4 года была сформирована первая военная радиочасть. Но только в Красной армии был сформирован отдельный род войск – войска связи. На сегодняшний день в стенах нашего училища функционирует в полном объеме факультет связи для подготовки офицеров, сержантов. И на сегодняшний день мы на специальном факультете готовим даже офицеров связи для других государств. Я хочу пожелать здесь курсантам, всем здесь стоящим, с глубоким уважением относиться к офицерам связи, к средствам связи, потому что это 100% успех в бою. И действительно обеспечивали связь для управления подразделениями на фронтах сотни и тысячи военных связистов, которые точно так же, как и простые солдаты, несли тяготы и лишения армейской службы, рисковали жизнью во имя достижения победы.
Ветераны войск связи возложили венки к монументу погибшим при исполнении своего долга товарищам. Далее будущие офицеры-десантники прошли строевым маршем перед трибуной с ветеранами. Праздничные мероприятия продолжились в здании клуба. Здесь отличившимся слушателям-курсантам за отличную учебу вручили грамоты, а преподаватели вуза наградили ценными подарками. И после поздравлений для действующих и будущих офицеров-десантников состоялся праздничный концерт с исполнением песен патриотической тематики. В одном из торговых центров Гор-Рощи открылась большая выставка моделей автомобилей. Прийти и посмотреть на миниатюры разных марок можно абсолютно всем горожанам. Вход на экспозицию бесплатный. И работает выставка по выходным дням. Какой мальчишка не любит играть в машинки, а подрастая не мечтает о своем железном коне, теперь уже настоящем. Любовь к автомобилям у представителей сильного пола, видимо, в крови. А вот если еще и страсть к коллекционированию заложена в человеке, то он собственный автомобильный парк обеспечен, пусть даже и в миниатюре. В пятницу 17 октября в торговом центре «Десяточка» открылась выставка масштабных коллекционных автомобилей «Масштабный автомузей». Посетив выставку, можно увидеть модели военной, полицейской, медицинской, пожарной техники, городского общественного транспорта, полные коллекции ретро-автомобилей и мотоциклов. Выставка проходит в нашем городе уже не впервые. В этот раз представлено около 600 моделей автомобилей, а участие в выставке принимают 10 коллекционеров и сборщиков моделей Рязани и области. Ну, на этой выставке я представляю военную технику. Здесь представлена практически вся номенклатура военной техники, грузовики, джипы, даже есть легковые автомобили, которые были на вооружении нашей советской армии, начиная с 24 года и практически по современности. Можно представить вот Амоев-15, это самый первый отечественный грузовик. Также здесь представлены очень редкие образцы, которые не поступали на вооружение, но были в единичных экземплярах, ну, допустим, как вот этот вот УАЗ-3172. Оценив, с какой точностью воспроизведены экспонаты выставки, можно убедиться, что коллекционирование – это не только увлекательный способ проведения досуга и не просто собирание. Как правило, коллекционирование подразумевает наличие у коллекционера глубоких знаний о самом предмете, истории его развития и всего, что прямо или косвенно с ним связано. Посетив выставку, можно не только полюбоваться на всевозможные машинки в миниатюре, но и узнать что-то новое или вспомнить хорошо забытое из истории автомобилестроения. Здесь же представлены журналы «За рулем», глядя на которые, можно только удивляться. Надо же, было и такое. Мы сделали крен такой в сторону именно историчности процесса. Во-первых, выставились ряд коллекций вот именно по темам. Общественный транспорт, гоночные автомобили, какой-то российский, советский автопром. И на примере вот этих моделей можно проследить развитие, историю и автопрома, и, видимо, просто общую историю, как на чем люди ездили, как все это развивалось. А еще в рамках выставки будут проходить конкурсы. Один – детский на внимательность. Будут выставлены две одинаковые машинки, но с небольшими различиями, которые участникам и нужно будет найти. В рамках второго – собрать модель автомобиля из набора. Жюри все модели осмотрит, оценит и выявит победителя. А подведение итогов двух конкурсов пройдет 8 ноября, в предпоследний день работы выставки. И последнее на сегодня. На нашем канале в рамках программы «7 минут» разговор пойдет о информационной борьбе и способах манипулирования людьми в социальных сетях. Гость в студии – эксперт по социальным сетям, активный блогер Александр Паньков. Премьера программы «7 минут» в пятницу на телеканале «Перец» 18.55, а также проект будет идти в эфире в течение недели на телеканалах «Домашний», «ТВ3» и «Городской». Всего доброго, до встречи в эфире.